мы шли к этому 20 лет с большой любовью к людям, к жизни и с полным осознанием, что это дело нашей жизни. А этот большой путь к успеху начался здесь, в Алтайских горах. Двадцать лет тому назад это была очень маленькая компания, но с большими амбициями. Вы знаете, почему я пришла в компанию? Я увидела эти невероятные горящие глаза. С первого дня основания компания «Майтан» была создана для людей. Это бизнес для каждого, для обычных людей, которые хотят добиться большего. Все то, что у меня в жизни есть, это только благодаря «Майтан». Простой, обычной девчонке с педагогическим образованием я превратилась в настоящего предпринимателя. Мы уже 16 лет в компании «Майтан». За это время выросли наши дети. Они активно помогают нам в бизнесе. И все, что у нас сейчас есть, это все благодаря компании «Майтан». Есть миллион поводов гордиться нашей компанией. Это репутация, замечательный продукт, инновации, награды. И главное здесь – ценит каждого человека. За 20 лет наша компания прошла путь от обычной маленькой региональной компании до лидера рынка. И если рассматривать это не с точки зрения просто времени, а сколько было событий, мероприятий, проектов, людей, которых компания изменила, это просто настоящая эпоха. Компания «Майтан» – это огромнейший масштаб, и только в моей команде она представлена более чем в 30 городах. И целого фильма не хватит для того, чтобы перечислить все награды компании. Я назову только лишь две. Это «Золотая сеть» и «Лучший продукт для здоровья». Это наш «Оскар». В компанию «Майтан» я пришла на продукт и сразу в него влюбилась. Я всегда знала, что наша компания придет к собственному производству, потому что наша компания очень амбициозная. Отечественный продукт на лучшем сырье всегда дает максимальный результат. Видела, как это все производится, да, и это, конечно же, 100% уверенность в качестве, да, продукта. Сотрудничество с учеными – это совершенно новый уровень создания продукции. Иметь собственное производство – это как минимум стабильность. Это те процессы, на которые ты точно можешь влиять. Собственное производство – это, конечно, наш козырь. Если ты хочешь создать уникальные продукты, то ты должен создавать их сам. И именно с этой мыслью мы долго-долго шли к созданию собственного производства. И, наконец, его запустили, создали производство, которое основано на натуральных ингредиентах и передовых достижениях науки. И сегодня мы проводим очень активные экскурсии на наше производство не только для наших партнеров, но и для студентов, для школьников, чтобы они гордились нашим краем, возможностями, которые у них появятся в ближайшем будущем. Но это еще не все. Мы смотрим завтрашний день. Уже сейчас запускается строительство нового производства «Майтан Грин 2.0». Компания всегда предлагает такие инструменты для бизнеса, которые действительно работают здесь и сейчас. Здесь все понятно, прозрачно, и даже человеку без опыта легко сделать успешный старт. Мы оставили линейный, ни один день об этом не пожалели. За 18 лет, которые я работаю в компании, компания ни разу не задержала выплату бонусов своим партнерам-консультантам. «Майтан» – это очень крутая бизнес-модель, которая соединяет и сетевой бизнес, и линейный бизнес. У нас очень выгодные условия по франшизе, чтобы открыть свое дело. Я с детства в компании «Майтан», мне сейчас уже 25 лет. Это место, где не требуется опыт работы, где не важно образование. Я отлично зарабатываю и управляю двумя магазинами. Бизнес «Майтан» можно передавать по наследству. И это один из самых главных поводов, почему я именно в «Майтан». Потому что мы сейчас растим наше представительство, и я с огромным удовольствием смогу передать его юному подрастающему поколению и своей дочери.
Истории успеха наших лидеров очень разные. Они пришли из разных сфер жизни. Кто-то был учителями, медработниками, работали в детском саду, юристами, предпринимателями. И они все добились успеха. Специально к нашему 20-летию мы посчитали, сколько бонусов суммарно мы выплатили нашим партнерам за 20 лет. И цифра, конечно, впечатляет. Это больше 3 миллиардов рублей. Когда твой бизнес не просто зарабатывание денег, когда ты можешь быть причастна к общему доброму делу, поверьте, это бесценно. У Майтан собственный благотворительный проект «Жизнь одна». Так 2 года назад, благодаря этому проекту, в моем родном городе открылась игровая комната для наших детей. Это очень важно, потому что каждая больница нуждается в такой комнате, и каждое отделение в ней. Тема семьи и тема благотворительности нам очень близка. Когда мы вообще узнали о проекте, который существует в компании, мы сразу поняли, что сделали верный выбор. Даже просто покупая благотворительные продукты, ты делаешь доброе дело. Нашему благотворительному проекту 14 лет. И за это время мы открыли 43 детские игровые комнаты в детских больницах. Кроме этого, мы делаем очень много разных шагов, которые направлены на улучшение условий жизни. Высадили аллею берез, открыли кофейню с самым вкусным кофе и французскими круассанами. Мы несем гармонию в мир, и если не хватает человеческих усилий, мы применяем сверхчеловеческие. Руководитель по борьбе со стрессом, красавица Уруми, уже стала любимицей и известна на все федеральные каналы. Вы только поглядите, какая сплоченная команда. И все мы сейчас, играя, показываем то, что мы один за другого, что мы плечо к плечу. И поэтому каждый хоть и старается вырвать победу, но в то же время один за другого. Это дорогого стоит. Это невероятное чувство, когда тебя и твою команду поднимают на сцену, благодарят за работу, дарят признание. Это одна команда единомышленников, и компанию делают люди. Майтан – это сила людей. Я уверена, что в ближайшие годы, 5, 10, 15, мы будем только прирастать новыми людьми, мы будем прирастать новыми странами, городами, оборотами и, самое главное, счастливыми людьми. С днем рождения вас, дорогие друзья! Живите счастливо, берегите себя и своих близких. Пусть все в вашей жизни ладится и будет замечательно. Мы там, это дело моей жизни.